Ну, всем привет! Итак, это последний выпуск прохождения Twisted Metal Black и Stasis Review вообще. Да-да, это последний выпуск Stasis Review. И сейчас у меня будет битва с Уорхоком. Ну что ж, будем надеяться, что я выйду из нее победителем. Ну что ж, поехали! Да, вот мы на финишной прямой. Финальный рывок. Так, ну, само собой, это довольно опасный уровень. Уорхок просто читер, честно говоря. Тотальный читер. За этой игрой мы стояли 3 дня тренировок. Да, сам настоящих тренировок. Да, я просто тупо пытался проходить тот уровень для выпуска, но ни хрена не выходило. Но в этот раз я точно пройду. Так. Собираем. Черт! Глупышок меня. Черт! Так, зацепил. Вроде зацепил. Едем дальше. Здоровье. Так, ну здоровье это хорошо, сами знаете. Сателлит это плохо в данной ситуации. Потому что он медленно летит до цели. Долго она будет, цель вообще неудобная штука. Хотя в некоторых ситуациях спасает. А, он опять меня поливает, черт. Опять облил. Понимаете, у меня блин. Я его уничтожил. Он взорвал танкер. Этот Уорхок взорвал танкер. И при этом не отхватил по щитам. Я не знаю, как я это буду проходить, но я точно это пройду. Точно. С одной жизнью. А ведь мне еще его самого долбить. А он имеет в своем арсенальчике, ну, очень неприятно, очень много неприятных приемов. Так, ну меня опять подожгли. Подбираем призовой бомбовый дух, не призовой, простой трубанный дух. Танкер уничтожен. Вот. Как раз я уничтожил щиты Уорхока. И у меня еще целая жизнь в запасе. Может быть, я даже сумею его уничтожить. Может быть. Это очень маленький шанс, конечно, уничтожить его с первого прям таки раза. Но он есть. Получится бы где. Но птички респавнятся здесь крайне медленно. И в самых неподходящих местах. Да, он сейчас висит на месте, где появляется птичка. А где птички нет, зачем лететь под него? Вот она, черт, промазал. Он сейчас уничтожит. Есть. Мне все равно нужны еще две птички. Но птички из вертолета, которые можно сбить. Тогда птичка с вертолета упадет. Не провисит мне эту секунду. Опа, это еще что? Бага? Видительный баг. Вроде и невидимый. А вроде бы видимый. Чем он там наводится? Инфракрасным, что ли? Ну, в общем, вот я его долблю. Это последняя жизнь. Ее надо экономить. Точнее, ее уже тратить не надо. Так. Теперь пора долбить. А! Вот, кстати, его неприятнейший прием. Были случаи, когда он вообще выкидывал меня с арены. Тупо брал и выкидывал. Да, это наихардкорнейший босс из тех, которых я встречал. Наихардкорнейший. По-другому я его и не назову. Это
как реально сложно придумать что-то на 50% более хардкорное. Ай, уничтожили такие. На этот раз точно. Сами знаете, финальный рывок, рывок к победе. Рывок к графонистому видеоролику в конце и титрам. Под крутую песню. Черт. Тем не менее, я вывел из строя. Хоть что-то сделал. Плохая ракета. Видите, 10 из 10. Вот черт, 10 из 10. Эй! Опять меня сволочь подхватил. Как же меня это бесит. Просто бесит, понимаете? Бесит. Эй! Грузовики есть им уничтожать. Я целую жизнь куда это потратил. Целую сиську. Нет, ну как так можно? Ну хоть щиты ему потрепал. Но ведь потрепал, а должен был уже уничтожить. Каков Бугурт, скажите вы? Да вот таков Бугурт, это прям Бахертище, Будапешт. Букингем. Но тем не менее я двинусь к победе. К победе. Самой уж не настоящей победе. День победы. Как он был от нас далек. Это нет. Не подходит. Нужна другая песня. Ну думаю, мы узнаем, какая песня подходит в титрах. Есть! Он остался без щитов. Есть! Вы знаете, как это круто. Это просто круто. Если я сумею сбить его с дороги хотя бы до красного уровня, это будет еще круче. Это будет вообще круто. Это будет просто наикрутейшески круто. Нет, серьезно, это будет вообще... Ну, не помню, насколько это будет круто. Так, черта. Так. Есть! Обложку прыгнуть придется. Видите, на этой арене нет безопасных мест. То есть совсем нет. Это почему? Когда есть битва с боссом, всегда есть место, где можно спрятаться и отсидеться. А тут таких мест нет.
Хотя бы в этом выражается повышенная хардкорность и брушление, тем не менее. Черт, я его только легонько потрепала, у меня жизни почти не было. О, птичка. Так. Бережу жизнь. О, еще одна. Time to kick some ass. Хотя нет, это время еще не пришло. Точнее, у меня его отобрали ракетой. А еще вот минус, вот в части 2011-го, точнее 2012-го, есть возможность включить автоприцел и нормально целиться, или хотя бы смотреть вверх. Тут того нет, и как я буду этот вертолет доубить? Ой-ой-ой-ой. Нет, я все-таки пройду, это еще не конец. Нет, нет.
back. Flowers and my love hope never to come back. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Насчет закрытия, я, конечно, пошутил. Это выпуск далеко не последний, еще будут прохождения, но новых выпусков пока что не ждите. В любом случае, спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал. Следующим прохождением будет прохождение на игру... На какую игру будет прохождение? В общем, пишите, на какую игру надо будет сделать прохождение, окей? Ну ладно.